Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Наталія Ігнатенка. Добрий вечір. Обласна газета «Гомельська правда» сьогодні означає 99-ти. Під час святкування журналісти поділилися планами на ближайшу перспективу і презентували новий фотоальбом, підрихтований у редакції. Чим живе газета за год до юбілею, ведає Олег Сенцеров. Історики кажуть, що це був вельми складаний час. У Петербурзі недавно здійснилася лютовська революція, цара більше нема. Але і яким буде далейший лёс країни, так само ніхто докладно не ведає. І навіть у гэтыя дні у Гомелі вийшов перший номер газети «Известия рабочих і солдатських депутатів». І менавіта з гэтага выдання вяде адлік сучасная гомельская правда. Вядома, што першая рэдакцыя «Известий» знаходзілася на вуліцы Баярскай, у доме Лурье, на другім паверсе. Сёння гэта вуліца Баумана, а вось дзе канкрэтна стаяў той самый дом Лурье, сказаць ўжо цяжка. У адным з першых нумароў у сакавіку 17-га гомельскае «Известия» пісалі: «Рэвалюцыя здзейснена, але справа рэвалюцыі яшчэ не завершана. Неабходна арганізоўвацца для яе абароны, таму што старыя сілы не пакідаюць спроб вярнуць сваё страчанае становішча». Час дыктаваў свае тэмы. Праз 99 гадоў яны ўжо зусім іншыя. Апрача матэрыялаў, прысвечаных амаль што юбілейнай даце, артыкулы аб праблемах будаўнічай галіны, развіцці сельскай гаспадаркі і функцыянаванні школы будучыні. Апрача таго, у рамках святкавання газета презентуе падрыхтаваны журналістамі фотоальбом «Гомельшчына унікальная». На працягу некалькіх гадоў яны рыхтавалі цікавыя і малавядомыя для чытачоў матэрыялы па гісторыі рэгіёна. Цяпер самае цікавае вырашылі абагульніць у адным выданні, чым яшчэ раз пацвердзілі: Гомельская вобласць сапраўды унікальная сваёй гісторыяй, прыродай і людзьмі. Очень долго мы искали уникальные эти снимки, потом обрабатывали, потому что каждый снимок, у нас стояла задача сделать каждый снимок как открытка, он должен был быть как открытка. Какое-то время заняло перевод текста на английский язык, потому что издание у нас на трех языках, на белорусском, русском и английском языке. Сегодня «Гомельская правда» – это своесабливый холдинг. Апрача подрыхтовки непосредной газеты, журналисты занимаются выдавецкой деятельностью. У складе редакции працуя особный выдавецкий дом. Менавіта тут подрыхтованные альбомы, присвеченные юбилеем Гомельской губернии и Гомельской области, а так само особным городам, регионам. У этом годе у эфир повинно выйти уластное радио, плюс интернет-портал, на який, вельми верогодно, хутка пошли працевать специальная телегруппа. Я думаю, что у нас появится и такая телегруппа, которая будет снимать сюжеты, но это так, как планы на будущее. Мы должны зарабатывать и самообеспеченными быть. То, что и есть сегодня. Олег Сенцеров, Евген Макеенко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Працягваем выпуск. Одно з самых актуальных пытанняў, што абмяркоўваецца зараз на прадпрыемствах, у арганізацыях і сярод індывідуальных прадпрымальнікаў – электронныя рахункі фактуры па падатку на дабаўленую вартасць. З 1 ліпеня па-новаму трэба будзе аплачваць яго пры рэалізацыі аб'ектаў, у тым ліку на экспарт і пры ўвозе ў Беларусь тавараў, а таксама пры набыцці на тэрыторыі нашай краіны прадукцыі ў замежных арганізацый, якія не знаходзяцца на падатковым уліку. У асаблівасцях новага законапраекта разбіралася Марына Сівер'янова. Форма электроннага рахунку фактуры, а таксама парадак яго стварэння і запаўнення на спецыяльным партале хутка ўстановіць міністэрства па падатках і зборах. Такой сістэмы карыстаюцца ў Расійскай Федэрацыі, Казахстане, Еўрасаюзе, а таксама ў Азербайджане. Менавіта тут беларускія спецыялісты вывучалі механізм яе функцыянавання. Аказалася, што гэта дзейсны метад барацьбы з махлярствам пры вылічэнні падатку на дабаўленую вартасць. Чэвэрць паступлення, кантралюемых налогавымі органамі Рэспублікі Беларусь, составляе НДС. Это значительный доходный источник в бюджете, и его зачетный возвратный механизм этого налога предусматривает в том числе возмещение НДС из бюджета. И недобросовестные плательщики при участии лжеструктур манипулируют налоговыми вычетами и занижают в результате суммы НДС к уплате в бюджет, а также получают необоснованное возмещение этого налога. По выниках минулого года податковая служба Беларуси спынила необгрунтованное вертание с бюджету податку на добавленную вартость на сумму свыше триллиона рублей. У тым лику податковыми органами Гомельской области каля 500 миллиардов. Проверка полноты платы податку будет ожидаться автоматично. Платель
перевірщик у режимі онлайн зможе отримувати попереджування об ризиковності економічних відносин з особними контрагентами, простими словами, з потенціальними партнерами по сделці. Окремо того, попереджує спеціаліст, необхідно пам'ятати об термінах виставлення електронного рахунку. Електронний счет фактура создається не раніше дня відгрузки товарів, робот, услуг і не пізніше 5-го числа місяця, слідуючого за місяцем дня відгрузки товарів, робот, услуг. Наприклад, товари відгружені 5 июля, значить електронний счет фактура продавцом должен быть создан не ранее 5 июля и не позднее 5 августа и выставлен покупателю. Законопроект предугледжвае нормы, адпаведна яким у выпадку немагчымасці прымянення электронных рахункаў фактур можна будзе карыстацца ранейшым спосабам прад'яўлення і прыняцця да выліку сум падатку на дабаўленую вартасць. Больш падрабязная інфармацыя ёсць на сайце Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь у спецыяльным раздзеле, які так і называецца «Электронныя рахункі фактуры». За тлумачэнне можна звярнуцца і ў падатковую інспекцыю па месцы рэгістрацыі юрыдычнага адрасу. Марина Сівер'янова, Валерій Гапанько, Михайло Рабков, телерадіокомпанія «Гомель». Спаборніцтва юних знавців математики, фізики і астрономії стартували у Гомелі. Тут проходить заключний етап Республіканської олімпіади. Олімпіада по 17 учебних предметах на гэтым тыдні ладзіцца у 8 городах Беларусі. У Гомелі собралися школьники, які представляють бадай самые складаные науки. Яны во все часы з'являлися рухавіком технічного прогресу. У олімпіаді приймають удзел навучэнцы 8-11 класаў з розных областей нашей краіны, а таксама школьники з Российской Федерации. Программа олімпіады предугледжвае проведение двух туров – теоретичного і експериментального, як і звичайно, задання, пропонуване удільникам, виходять за рамки школьної програми. До речі, тільки інтелектуальним споборництвом справа не обмежується. У вольний час удільники олімпіади зможуть познайомитися з славутостями Гомеля і поудільничати у спортивно-забавляльній програмі. Більше 400 дітей, які приїхали соревноваться і показати найкращі результати. Лучшие из них будут награждены дипломами Министерства образования Республики Беларусь, дипломами первой, второй и третьей степени, которые в дальнейшем помогут многим из них поступить в ведущие университеты Республики Беларусь. Сёння адзначаецца сусветны дзень водных ресурсаў. Сярод іншых сваім прафесійным святам яго лічаць і спецыялісты аддзела гідралогіі Гомель-Аблгідрамета. За сітуацыяй на вадаёмах в области пастаянны контроль зараз вядзе 21 гідралагічны пост, 20 размешчаны на рэках і 1 на возеры. Гэты год для Гомельшчыны можна лічыць юбілейным. Гідралагічныя назіранні распачаліся роўна 140 гадоў таму. З чэрвеня на рацэ Прыпяць каля Мазыра, а ў жніўні 1876-го на Дняпры каля Лоева. Зараз основная увага работников Гомель-Аблгидромета – контролю поводковой ситуации. Згодна с оперативной информацией, что дзённый уздым воды на реках в области не превышает 2 сантиметров, а на Бярэзіне и большести притоков Дняпра, Сожа и Прыпяти ён досягнул своего максимуму. Вода на пойме у нас на сегодняшний день находится лишь только на Припяти у села Черничи, на Птичи у Первой Слободки и на притоке Сажа-Беседи у села Светилович. А так на большинстве рек вода на пойму не вышла. А напередодні своє професійне свято означали артисти лялечних театрів по всім світі. Традиція проведення урочистості у 21 соковіка існує з 2003 года. Як свято лялечників пройшло у Гомелі, довідалася Катерина Сапельникова. Гомельский театр «Лялек» был створен полстагодия тому. Сегодня же это один из лепших театральных коллективов Украины. Труппа с 26 актеров ставит больше, как 400 спектаклей в год. До профессийного свята тут завсёды рыхтуются особливое деяние. Например, «Капустник» забавляли на пародийную программу. Сёлета лялечный театр вырашил совместить традиции инноваций и презентовал шоу под названием «Неузвычайный концерт». Мы выставили такое действие, где намешанные и вокальные, и танцевальные, и цирковые, есть магия и фокусы, и есть неожиданные сюрпризы. Такой режим онлайн бытовой. Онлайн-режим – те интерактивность у постоянном взаимодействии с глядачами, суместные гуторки, танцы, фокусы и навет вечера. Актеры поделились рецептом фирмовой стравы. Шкваркмак – это типовый славянский набор закуски с сала и соленого огурка. Действительно, мы активно общаемся с залом. Поскольку у нас праздник, мы как бы должны свой праздник работать, чтобы никто не работал, вот мы отдыхаем, дурачимся на сцене, привлекая к себе зрителя.
Але головные герои вядома ляльки. Добрым завершением постановки стал напомин о цацак. Каханю все взрослые покорливые. Дарэчы, на подрыхтовку премьеры спотребилось всего 3 сценичные репетиции, на яких ладили светло и гук. Тому можно сказать, это был спектакль импровизация. Дарэчы, неузвычайный концерт покажут на БИС у Международный день театра 27 соковика. Костюм очень помогает, а кукла плюс еще очень сильно помогает нам работать, потому что мы отталкиваемся от наших кукол. Но необычно, потому что капустник – это впервые, и мы его почти не репетировали. Зараз у театра идет подрыхтовка до презентации лялечной постановки для школьников «Коли я стану в облаком». Так само у красовику можно поглядеть популярные у глядача спектакли «Над прорвой у житти» и «Фейбл». А в середине наступного месяца свою программу провезе Могилевский лялечный театр. Катерина Сапельникова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». И еще про одну гучную премьеру. У гомельском цирку распочались гастроли трупы московского цирка с программой «Полосатый рейс». Цирковое шоу стилизовано под ведомый одноименный фильм. Головными героями, как и у советской киностужцы, стали амурские тигры. Про то, чем будет удивлять первая весенняя программа, наш наступный репортаж. Еще перед початком выступления за кулисами артисты кажут, Гомель – цирковый город, и многие его жихары разбираются в этом жанре. Тому в программе «Полосатый рейс» постарались объединить все то, за что и любят цирк. Отрымалось яркое шоу с головокружными труками и элементами ностальгии. При этом кадры советского фильма и любимые многими поколениями песни пришлись по душе навод зусім юным аматорам цирка. Танцующие медведи, дрессированные собаки и малпы-наездницы на осликах и пони. Однако самые головные четвероногие артисты – амурские тигры. Заслуженный артист Узбекистана Рустам Матчанов. Прыгажость и виртуозное выполнение складанных заданий у скачков сквозь кольца огню покорили не только белорусского глядача, але и аматоров цирка Европы, Китая и Японии. 33 года я в этом дрессуре. Я начал в Советском Союзе в 83 году двумя львами, единственным в мире, тогда сказать можно, в 83 году я начал работать на поводке с двумя львами. Ну, потом понял, это надолго не хватит, это животных очень опасно. Пришлось мне клетки сделать, добавить побольше животных. А сейчас я перешел на полосатый тигр. Уже лет больше 10 я с тиграми. Это два брата. Они родились у меня при цирке. Во время гастролей в Никольском цирке они родились. Поэтому у меня еще третье поколение родились. Это первое поколение, там второе поколение, еще малыши есть. Большинство артистов – призеры международных фестивалей. Многие нумары были показаны у Монако, Испании, Франции. Поветренные гимнасты без страховки, комичные акробаты, степ-жонглеры и совсем новый формат балетной вариации на канате. Невероятно складанный и оригинальный номер. Все труки на вышине 12 метров выполняются у балетных пуантах. Эквилибристка быцам парить у поветры. Приятно работать в гомельском цирке, потому что зритель действительно цирковой, он понимает цирковом искусстве, понимает то, что ты показываешь, и это очень приятно. И в конце, когда ты ставишь комплименты, вот эта отдача и теплота, которая исходит от зрителя, это очень много значит для артиста. Я всегда с большим удовольствием работаю здесь, уже второй раз. Все представление на арене цирка выступает любимый многими клоунский дуэт «Унуки лейтенанта Шмидта». Миновито по шматликих просьбах глядачов у наш город за последний год они приезжают уже другий раз. Все лето они привезли три новые репризы, у одной из яких головная роль досталась Пацуку, набытому у Гомеля. Теперь его чекает займальное цирковое життё. Вера Котляр, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Далее об спорте. У Гомеле завершился международный футбольный турнир «Одинство 2016», присвященный памяти воинов-интернационалистов, которые загинули у Афганистане. На протягу трех дней мощнейшего выявляли команды Гомеля, Речицы и Чернигова. Турнир сёлета прошел у другий раз. И хоть удельничают юнаки, выхованцы спортивных, детячо-юнацких спортивных школ, спаборництва от этого не становится меньше напруженным и видовищным. По выниках трех гульнявых дней турнирная таблица выглядит наступным чином. Бронзовые медали у гомельчан, сребра у команды Чернигова, а переможцами стали спортсмены из Речицы. Як отзначили гости из Украины, яны не расстроены. Для их головной метой было не отримать перемогу, а завести новые знакомства и попробовать свои силы супрать белорусских команд. Поездка сюда, ну, конечно, это знакомство с ребятами, посмотреть на белорусский футбол, может чему-то научиться, может что-то своего показать. На этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.